Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады видеть вас всех сегодня. Спасибо, что вы пришли. Мы большим удовольствием будем играть для вас. Я хочу вам представить состав трио. Это самые постоянные и самые основные участники нашего камерного проекта, поскольку именно этим составом мы записали пластинку на лейбле Artbeat Music, который называется «Никитский бульвар», который здесь продается. Барабаны Петр Ившин. Бас Алексей Заволокин. Мы начали с композиции, которая практически тоже открывает наш диск. Она вторая на нем, и она называется «Мишель». Ну, «Мишель», она к «Битлз» никакого отношения не имеет, эта пьеса, она посвящена одному из моих самых любимых пианистов, Мишель Петручани. Сейчас мы сыграем тоже композицию с нашей пластинки. Мы уже немножко играем это все по-другому, потому что все-таки время проходит и хочется что-то нового. Но тем не менее, эта пьеса тоже с нашего диска, и она называется «Прелюдия номер 2».
Большое спасибо. Ну а сейчас пьеса, которую очень любит арт-директор этого клуба, она тоже с нашей пластинки, она называется «Танец звезд». Thank you.
Thank you.
большое вам спасибо. Сейчас мы хотим сыграть пьесу, которую давно, честно говоря, не играли, хоть она и записана тоже на пластинке. А вот на пластинке я ее сыграл дуэтом с человеком, именем которого и назван, в общем-то, этот клуб. Я сыграл с Алексеем Козловым эту пьесу просто вдвоем. А мы решили сделать ее для этого состава, конечно же, тоже композиция, которая называется «Друзья».
Большое спасибо. Мы хотим сейчас сыграть пьесу, которая еще нигде не была записана. В общем-то, разве что только на каких-то концертах, да и играли мы не очень часто. Она имеет очень такой, я бы сказал, киношное, в общем, название. Пьеса, которая называется «Отражение».
Thank you.
Петр Ишин, барабан. Алексей Заволотый, бас. Спасибо, друзья. Ну, мы сейчас, как говорит Анна Королева, в награду за прослушанное сыграем пьесу, я думаю, которая достаточно известна в широких кругах, и автор достаточно известный, ее написал Sting. Ну, название, я думаю, даже не будем мы называть, вы ее прекрасно узнаете. Thank you.
следующая пьеса, она тоже еще нигде не записана. Ну, написана где-то 2 года и 5 месяцев назад. И посвящена она одному из самых моих дорогих людей, которые находятся тоже в этом зале, моей дочке. И пьеса называется «Лиза».
Спасибо. Ну, а сейчас мы хотим сыграть пьесу, именем которой, в общем-то, и назван весь наш альбом. Пьеса, которая называется «Никитский бульвар». Thank you.
Все, отлично. Вот Арай ко мне подошел и попросил еще сыграть немножко песен. Ну, чтобы я только не говорил об этом. Мы хотим сейчас сыграть, мы и так ее планировали сыграть, на самом деле, пьесу тоже с пластинки, но что-то очень давно мы не играли, ну вот сегодня как-то настроение, оно того позволяет. Пьеса называется «Элегия». Thank you.
Большое спасибо. Ну, перед тем, как сыграть нашу последнюю пьесу, не могу не сделать короткого объявления, уже ставшего традицией для музыкантов этого замечательного клуба. Дело в том, что этот клуб уникальный тем, что каждый посетитель платит за вход столько, сколько он посчитает нужным. Ну, в общем-то, из этих денег, не буду скромничать, и складывается наша зарплата. А нам много купить всего надо, да? В общем, pay what you want, а мы play what we want. Большое спасибо, друзья. Это шутка. Пьеса, которую мы хотим сыграть в завершении нашего концерта, тоже достаточно новая. Я ее внутренне посвятил очень многим своим учителям, и она называется «Аура».
Петр Ильшин, барабан. Алексей Заволокин, бас. Меня зовут Дмитрий Ильин. Thank you.
Thank you.
Друзья, большое вам спасибо. Нам было очень приятно играть для вас. Ждем вас всегда на наших концертах. Это было трио Петр Ившин, Алексей Заволокин, Дмитрий Лубин. Спасибо, друзья.